так, блин! Вы сначала расскажите, что вы тут вообще делаете? Что, вы ждали тут кого-то или как? Мы устали? Все, не снимайте меня. Куда вы, на кастинг пришли? Да. Классно. Ситуация заключается в том, что певец, заслуженный артист там СССР, Гаррис, он пригласил девушек и решил снять такое шуточное видео для телевизора Open Air и написал на багажнике, то есть там на машине объявление, как бы там приглашаются девушки на кастинг. Но реально девушки начали читать объявления и вестись на эту тему, так что смотрите, там уже потихонечку ведется работа. А вы откуда знаете Гарриса? Как он вас нашел? А мы поем вместе. Тоже пели. Надо мне переходить на такие песни, как у Гарриса, и тоже будет все равно петь девчонки такие. Мы танцуем. Танцуете в Бродвее? Да. О, понятно. Вы тоже? В студии познакомились. Музыканты, отыгрываем максимально. И первая девушка пошла. Давай, о, вот другое дело, ну видишь? Держишься, будь возле него еще, будь.